Добрый день, меня зовут Анна Гусева, я дизайнер интерьера, и уже более 20 лет я и моя студия профессионально занимаемся разработкой жилых и общественных интерьеров. И сегодня я хочу вас познакомить с одним из моих объектов. Это кухня, которую изготовил для этого проекта фабрика Гастон. Кухня-гостиная, то есть это помещение, в котором собирается вся семья, чтобы и пообедать, и поужинать, и позавтракать. Поэтому в этой кухне есть еще и зона для ТВ. Кухня выполнена на сочетании трех оттенков. Это прекрасная теплая фактура дерева, светлые лаковые фасады и второй оттенок фасадов, теплый золотистый оттенок. Кухня продумана очень функционально. Здесь есть большая вместительная мойка, в которой семья из пяти человек может спокойно разместить посуду. В то же время мойка на две чаши и помыть овощи, фрукты, положить мясо. Есть посудомоечная машина, тоже очень удобно для мамы, у которой трое детишек. Также есть сушилка большая, вместительная на большую семью. И вы видите, здесь есть антресольная часть у кухни. Она была сделана для того, чтобы разместить все вещи, так как людей много, и это гостиная. И понятное дело, что с детьми всегда много вещей, и чтобы они не мешались, не бросались в глаза, или какие-то бытовые приборы, которыми пользуются не каждый день, их можно туда убрать. Также, как я уже говорила раньше, есть зона гостиная, это зона ТВ, и фабрика Гастон изготовила не только кухонный гарнитур, но и подвесную полку. Она тоже очень вместительная, в ней есть открытая часть, есть закрытая часть, и за счет того, что она подвесная, под нее можно убирать разные игрушки детские, машинки, кубики, все, что необходимо нам в жизни. И главное, это то, что семья довольна и с удовольствием здесь находится, празднует совместные торжества. И качество, которое сделала фабрика, тоже очень устраивает.